Я вот без рофла говорю. Без рофла говорю, так соскучился по Валоранту, капец. Я прям помню, как я пытался из Валоранта ливнуть. Ой, с Майта ливнуть Валорант. И прям такая ностальгия, на самом деле. Валорант вообще классная игрулина, мне очень нравится. Хе-хе, хорош. Не, не тот же он. Я тот ник запомню. Смотри, он вот только в голову стреляет. Остался один игрок. Идеально. Там кто-то был? Да он только в голову стреляет. Надо просто открыть плент. Соскучился по Валоранту, капец. Тихо-тихо, маленький. Тихо-тихо, маленький. Турель на месте. Тихо-тихо, маленький. 30 секунд. Здорово, блядь! Здорово! Быстрая смерть. Что сейчас думаю по поводу Валоранта? То же самое один в один, что говорил, типа... 30 секунд. Вот когда он только выходил. Я его дико ждал. Он мне дико нравится. Мне все нравится в этой игре. Он не будет популярным в СНГ. Давай. Иди домой, отдыхай, читер. Да не, он не читер, наверное. Просто реально смурф, который просто всех уничтожает. Давай домой. Ой, случайно. Спайк на миде. Цена готова. Хорошо. Реакция, правда, вообще никудышная. Да блять, тайминг. Остался один брат. Что за тайминги? Один раз. Арро, бумс. Спайк установлен. Остался один. Ля ты крыса. Что за тайминги? Первого. Я его даже не увидел, если честно, изначально. Нет заряда. Бросаю ранец. Остался один враг. Тихо, маленькая. Минус 4, чат. Нихуя себе, блядь. Я его не увидел вообще, чат. Я не знаю, куда я стрелял, но я его убил. Сжег нахер. Кто тебя учил? Угу.
Минус один. Остался так. Один брат. Минус три. Ну и такое бывает. Можем не ждать. Смерть с небес! Остался один игрок. Ай, блин. Огонь! Вот это дело. Спайк на мите. Ну, и такое бывает. Давай домой. Враг ослеп. Я ослеп, а не враг. Так. Достойный. Допрыгался. Достойный противник. Здоров. Ну, навскидку хотя бы. Хорош. Есть воскрешение, мое почтение. Дым на позиции. На этот раз он стену воткнул. Надоело умирать. Сражался с нами. Пикает он. Мне похер, я буду стоять до последнего. Че, я зря ВП купил, блин? На последний раунд, чтобы закончилось все. Two hours later. Зафлешило, ля. Чат, а как быть, если зафлешило, а я убил? Победа. Вот это замедление. Теперь восстановим то, что разрушили. Нормально, нормально.